Огонь, влечение, страсть – это очень яркое проявление любви. Но, к сожалению, некоторые знаки зодиака слишком холодные, дабы проявить к вам эти чувства. И сейчас мы с вами поговорим об одном из них. Это Козерог. Эти ребята сосредоточены исключительно на карьере. Им просто в голову не придет тратить время на признание в любви и впечатляющие сюрпризы для своих половинок. Сосредоточенные на деле и вечно загруженный Козерог вряд ли способен на страсть. На этапе ухаживаний, даже будучи сильно влюбленным, Козерог не ошеломит предмет своих нежных чувств щедрым романтическим жестом. Максимум, на что они способны, он заплатит за вас в ресторане,